уважаемые коллеги, поступил вопрос от нашего коллеги, депутата Зинаиды Михайловны. Вопрос прекратить. Кто за то, чтобы прекратить прения, прошу голосовать. Раз. Кто против? Вопросы задавайте. Без нормы. Раз. Я настаиваю на том, что мы не хотели уже сейчас это вносить. Поступившие замечания и предложения по закону проекту учтены. Предлагаем соблюдать право заседания областного. Потому что этот вопрос не был рассмотрен, не было стадии, в которой проводится прения. Соответственно, мы не могли высказать свою позицию, повлиять на позицию других депутатов. И поэтому мы настаиваем на том, что это не рассмотрено, я вынужден применять... Никто не записывает, вы смотрите выше.